Похоже, дело сдвинулось с мертвой точки. Режим повышенной готовности ввели в поселке Причулымский в Ачинском районе, где жители обнаружили огромную яму с черной вязкой жижей, похожей на мазут. Люди предполагают, что вытекла она из бочек, которые остались тут после закрытия котельной. Накануне мы побывали на месте, а наш корреспондент Светлана Саенко выяснила, что глубина котлована почти 2 метра, и это действительно очень опасно. Сейчас в районе ввели особый режим и даже рекомендовали полиции организовать там дежурство. Местные, конечно, очень рады, что их проблему заметили. Мы очень довольны, что к нам приехало телевидение. Ситуация начинает исправляться. Огородили все лентой. Мы надеемся, что все-таки нас не оставят без внимания наши проблемы. Наши дети будут в безопасности. И, наконец-то, мне кажется, вот эти вот лужи мазутные, все это, наконец-то, каким-то чудесным образом испарится.